Всем здорово, и сегодня мы с вами сыграем в Final Fantasy 2. По идее, она вышла очень давно, но ни руки никак не дошли в нее снять. А теперь дошли. И нажмем Next Game. Посмотрим, что у нас творится во второй части Final Fantasy. Хай! Арезе... Чё? Лол, ты последний... Что-то там, а. А ты знаешь, что... Что-то. Не знаю. Я с английским не так силен, но я знаю, какие ебать языка. А ты... 5 ночей... это... Фабрика... Снова. Погоди. Дальше не понимаю, и снова даже не понимаю. Я перевел то, что какие английские слова знаю, все. Все, давай. Это якобы... Тупый репл. Чё, своими вести? Да без проблем. Все. Чё? Первая ночь. Окей, сейчас позыркаем, что у нас тут творится. Уже начало забавлять. Види свое имя в начале игры. Это якобы какой-то профиль, да, создает. Обычно, когда ты ведешь какое-то имя в игре, значит, ты создаешь якобы какой-то профиль, который будет сохранять там свои сохраненные игры. Нажми Space, чтобы камера. Используйте камера флеш. А якобы смотрит, да? Муз. Надо вниз. Хорошо. Клик по камеру. Ну я понял. Это что такое? А это отвлекающий маневр, якобы аниматроников, да, призывать будет. Даже X, чтобы спрятать подсказку. Хорошо. Так. А как вернуться назад? Слышь? Надо наверх. Понял. Блин, я еще только осваиваюсь, а уже что-то не особо сильно понятно. Ну ладно. Давай-ка позыркаем. Пока к нам никто не идет, и все тихо. Мы якобы находимся на какой-то фабрике. Опачки. Посмотри, кто к нам пришел. Воу, слышь, по-тихому. Давай, отвлекающий маневр. Ой, как слишком далеко. Воу. Погоди, стой, куда ты пропала? Все нормально, блин, я запаниковал, что сейчас уже... Я просто думаю, что иногда, когда если она находится в той камере, когда телефон звонит именно в той камере, то получается такая ситуация, что она может даже не услышать. Так, опа, у нас снова беда. Позовем ее сюда. Тихо. Окей, все хорошо. Будем выключать. Мало ли сломает еще. И тогда херень будет, а не работает этот телефон. Так, пока никого не вижу. Уже. Тихо. Теперь я реально никого не вижу. Оу, беда. Ну, давай, иди сюда. Все, пришла. Но по идее, больше никто на нас не падает, кроме этого одноглазого аниматроника. Блин, мне уже стрёмно совсем. Блин, ну давай сюда иди. Ну телефон звонить. Чё за херня? Иди давай к телефону. Вау! Что делать? Быстрее. Может телефоном. Ну-ка. Все в натуре, все. Если аниматроник к тебе идет, уже позвонить. А вообще, по идее, если бы я не догадался про телефон, я бы сейчас вот сейчас паниковал бы. Все, исчезло.
теперь быстро выключаем, а то сломает еще, мало ли. Так, следим за ней. Она что, опять ко мне идет? Не, не хочу вообще ее с камеры спускать. Тут, по идее, такая же механика, как Five Nights at Freddy's 3. Тоже призываешь аниматроника. То есть, если он находится в той камере, ты призываешь, он проходит сюда, в ту камеру. Так, спокойно пока что. Спокойно, не паникуем. Окей, пришла, все. Я ее не хочу ни туда, ни сюда пускать. У нас пока что 3 часа. Окей. А, стой, 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 нет. Торчи лучше в этой комнате. Лучше в этой комнате. Торчи мне как-то безопаснее, чтобы она в углу торчала. Все. Все. И странно вообще. Она одна падает, только одна. Вау. Ну и якобы телефон звонит. Все. Все, давай. Вот пока что все вообще все легко пока что. Пока никаких сложностей нет. Ну, первая ночь всегда легкая. Это хорошо. Ха. Со старой знакомой пасхалочка. Ну-ка, да, что у нас тут? Ой, исчезло. Ага, хотел ко мне подкрасться. Ой, я опоздал. Она телефон сломала. Зашибись. Я опоздал. Ну ладно, ничего страшного. Давай ее будем манить на эту камеру. Но! Иди давай к этой камере. Ну чё же ты тормозишь? Все, выключаем. А, все. Телефончик восстановился. Телефончик здесь восстановился. Я думал, что все капут, а не телефончику. Но если бы телефончик бы не восстанавливался, я представляю, что бы был творился на пятой дочи. Допустим. Все. Все спокойно. У нас уже 5 часов. И у нас все зашибись. Кроме этого аниматроника, на нас больше никто не нападает. Окей. Оу! Тише, тише. Ну давай иди к этой камере. Все, зашибись. Просто зашибись. Здесь, кстати, Фредди нарисован. Ну-ка. Тихо, тихо. Блин, я уже в панике. Ну иди, телефон же звонит. Все, зашибись. Последний час остался. И все, якобы нам все будет зашибись. Первый раз вижу игру, где есть удлинитель. Тихо, тихо. Тихо. Первый раз вижу игру, в котором есть удлинитель. Я... Ой, напугал. Ух, напугал. Реально. Первый раз вижу игру, в котором есть удлинитель. Че это? Мини-игра, что ли? Якобы. Давай, давай. Че у нас тут? Да, мини-игра, реально. Мы за обезьянку играем. Давай-ка сюда сходим. Че у нас там? О-о-о, как тут все происходит. Там, когда я скачивал эту игру с Game Jove, я там смотрел, что скоро выйдет третья часть Five Nights at Freddy's. Я обязательно ее поиграю, когда выйдет. Это что, обезьянка так дышит, что ли? Оу. А, это сцена якобы. Окей. Так, то закрыто все. Ну ладно. Какая-то музыка, какая-то странная. И еще какой-то аниматроник здесь лежит. Так, ладно, давай дальше посмотрим.
Я забыл, как этого аниматроника зовут. По идее, еще не доходил, но я смотрел тут летсплей других... других летсплейщиков. И как мне изменять память, это Блам, походу. Или Блам, наверное, или как там? Вроде бы... О, ключ. Все, пошли. Я лучше пойду по такому пути, как я вернулся. А то мало ли, пойдешь по новому пути, то там, наверное, на бандитов нажнешься. Наткнешься и так далее. И они тебе весь хабар заберут. Что-то я сталкер переехал, походу. Ладно, пошли, может это ключик отсюда. Опа! Переход на следующий уровень, это зашибись. А, нет. Давай, контейнер вторую ночь. Сейчас позыркаю, что у нас будет твориться во вторую ночь. Давай, грузись. Так, окей. Окей, так. Погоди, что там было написано? Один из аниматроников. Клумб, интро, вентиляция система. На твой вентиляция система. Короче, какой-то аниматроник по вентиляционной системе шариться будет. Где? А, вот оно. Все. Финдес, камера, аниматроника. Используй. Позвони в телефон. Так, используй. Так, телефон. А-а-а, это якобы это обезьянка-то! Вентиляцию лезет. Если к тебе вентиляция она полезет, то считай себе пиши пропало, да? Ага, ясненько, понятненько. Пресс хик, чтобы спрятать подсказку. Все, давай. У нас она сейчас будет туда подать обезьянка. И якобы, если она стучит вот как сейчас вентиляцию, значит мы можем ее отпугнуть. Да. Все ясно, я уже понял. Блин, если... Представляете, если бы я сейчас вообще не знал английский. Вообще бы не знал ни одной буквы. Кроме слова hello. Тихо, тихо, тихо. Воу-воу-воу-воу. Кроме слова... Ой, я опять не успел. А то бы я сейчас бы так и не понял, меня уже бы обезьянка бы словила. Ой, стой, 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 стой. Все. Теперь быстро сюда. Больше ко мне никто не мчится. Но где она? Ну иди к телефону-то. Вот будет паника, если она сейчас, допустим, здесь стоит отцу и потом исчезнет. И про это ты не использовал никакой телефончик. Ага, все, пока зашибись. Так, где она? Ага, давай-ка. Кому стучишься? Так, а теперь сюда. Иди отсюда. О-о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 -
Ой, я опять не успел. Я просто был в панике, что она исчезла. Я, блин, вообще тоже забыл, как этого аниматроника зовут, вот эту девочку. Ой, ой, паника сейчас будет. Ничего страшного, сейчас смотрим везде. Опять стучится. Давай сюда сначала. Где стучится? Прыся сюда. Окей. Все хорошо. На нас никто не нападает. Это просто зашибись. Блин, я вообще боюсь, когда на меня кто-то нападет, потому что ну, я якобы скримером могу испугаться, но сейчас точно могу испугаться, потому что... Оу. Я сейчас точно могу скримера испугаться, потому что я в наушниках сижу, у меня все на максималках. Это закручено. Но, иди отсюда. У меня все на максималках закручено, то есть вся громкость на максималках. Я шум аж слышу. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Давай ее сюда. Ну, давай.
Все. Опять где-то случится. Ага. Если бы не наушники, я бы так и не определил, где он стучится. Если он стучится влево, значит он где-то налево. Так, мы спокойно держимся, это мне радует. Ну, ты где? Куда пропала-то, а? Опять идет сюда. Не представляю, что будет, если она придет вот с этой стороны. Будет полная беда. Опс. Перестарался. Ну что, может погоняем ее по камерам, а? Если она на это согласится. Нет, она на это не согласна. Ну, сюда, давай, на КАМ-13. Я хочу ее на КАМ-13 держать. Да... Все хорошо. Так, все по... Опять случится. Где-то с... Ага, где-то справа, да. Упс. Да нет, мне надо сюда, чтобы ты прошла. Я вообще-то обезьянку это... отгонял. Так. От... Во-в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 о
Упс. Все, слава богу, я уже подумал, что сейчас у меня хана вообще. Просто представь такую ситуацию, что ты звонишь, она игнорит телефон. Представь такую ситуацию, тогда вообще будет просто полный кошмар. Опять сюда идет. Нет, ну а мало ли, если он... Блин. Пока на нее отвлекся, я забыл про телефон. Опять стучишься, да? Иди отсюда. Иди. Оу. Оу. Беда, 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 беда. А нет, не сюда. Сюда иди, сюда. Да-да, сюда, сюда, сюда. Оу! Ну, зато там стоит, слава богу, тебе. Ладно, чтобы она ко мне не подошла. Но самое стрёмное то, что когда будет она сюда идти, будет игнорить телефон. Вообще будет где-то справа. Вау. Так, все нормально, там все чисто. Все, пришла. Хорошо. Все, просто зашибись, мы уже выжили вторую ночь. Все пока легче легкого. Все пока легче легкого. Блин, я опять испугался. Фух, хорошо. Выжили вторую ночь. Давай доживем, что ли, может быть, до сколько, не знаю даже до сколько. Ну доживем, короче, до какой-то ночи и все. Так, ретрум. Лаза, вернись. Опять кто-то дышит. Мы сейчас... Так. Мы сейчас играем за какого-то пингвина. Окей. И куда это нести надо? Давай. А, все, обезьянка якобы конец. Его разобрали. Еще какая-то музыка. Такая музыка играет, какая-то противная. Я, блин, опять забыл, как это его аниматроника. А, блам, это вроде бы. И куда это нести? Ну я давай поиграю за носильщика, что ли. Может тебе, а? Так, и куда это мне, скажите, нести надо, а? А, может быть, нести в ту комнату, где я очутился, а? Может, нести в ту комнату, да? Давай, пошли. Пошли в ту комнату, где я очутился. Такая музыка играет. Ну-ка, давай-ка, сюда положим. Вот сюда. А, да, сюда ложить.
прошли. Там я головку видел. И я знаю, где последняя часть, где мы взяли ключ в прошлой мини-игре. Такая музыка играет. Аж даже подразниваться похочешь тогда под эту музычку. Пошли бошку отнесем. Нет, ну там вот эта музыка меня заставляет вот так делать. И это мне, кстати, звучит чуть забавно. Так, все, за последней частью пошли. Давай, давай. Пошли, что ли, вниз? А вниз нельзя. Ну пошли наверх тогда, там еще выйдет проход. Может, с другой стороны вот так пройдемся. А в натуре мы пошли. Тюн-тюн-тюн. Так, ага, тут какая-то это нога, наверное, по судя по всему. А то уже сейчас бы спросил, что это за часть. Пошли наверх! Да. Сейчас мы соберем его, и все будет зашибись. Че, не будет зашибись, только мини-игра кончится, да? Ладно. Продолжаем третью ночь! Да. Да, третья ночь! Здесь я будет, наверное, хардкорно. Ну чё, давайте мне. Я хочу попугаться, давайте мне, что ли. Скриберов. Ну чё, может быть, это сейчас этот. Наверное, сейчас. А, я так и думал, что Кенди пойдет. Погоди. Так. Всё, я так и думал, что сейчас на следующей ночь пойдет Кенди. Я забыл вот эту, как эту чу... Где-то бьется, бьется, бьется. Быстрей, быстрей, быстрей. Вот это беда сейчас была, вот это сейчас была паника реальная. Так, все, все, все сюда. Вот это сейчас был... План вышел. Нет! Нет, да сюда идет, сюда идет, сюда идет, сюда, быстрей. Все. Вот сейчас реально стало хардкорно, вот сейчас реально стало тяжело, вообще. Воу. Где бьется? Где бьется? Где бьется? Ага. Нет, все, 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 надо тихо, тихо, тихо. Опять блом. Все, сейчас вообще был полный хардкор. Ой, я опять отклят носа на Кенди запутался. Я опять на Кенди отвлекнулся, все, теперь вообще опять все зашибись. Ай! Стой, стой, стой! Там где-то обезьянка стучится, быстрей! Быстрей! Так все быстрее, 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 быстрее. У меня сейчас реальная паника. Сейчас, когда вышел Кенти, сейчас стало намного сложнее следить за всеми. Ой, и помимо того, что вышел Кенти, сейчас вышел еще Блам, который ломает мне камеры. Ай, блин, опять отвлекся. Тик, 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 тик. Нет. Я их слышал, где-то стучится. Мне что, сейчас конец капут, да? А, Блам, иди нахер. Мне сейчас капут от обезьянки, да? Я слышал, как он стучится. Это якобы я опоздал, да? Следим... Нет, вот он. Я думал, что мне сейчас хана. Так, все. Ой, боже. Так. Где Кенди? Надо его сюда приманить. Так, все хорошо. Кенди здесь... А, нет. Где Кенди? Нет, Кенди, сюда иди.
Нет! А все, а киньте здесь все нормально. Я забыл, как отучить. Ой. Нет, только не здесь. А! Вы издеваетесь? Паника. Я подумал, что мне сейчас капут вообще. Тихо. Нет. Да ёб твою мать, блин, быстрее вызывай. Да блин, удачная камера попалась. Все. Так. Блин, мне надо кинди сюда бы. Нет. Сюда, все нормально. Да. Все, держим их. Не паникуем и не срым кирпичами. Зашибись. Где-то здесь. Нет, где-то здесь. Да, здесь. Угадал. Беда за всеми следить. Что будет на пятой ночи, ребята, не представляю, но мне сейчас очень стрёмно. Где Кенди? Вот он. А теперь где вот этот ч... Ага, угадал. Так, все зашибись. Не паникуй и не срём кирпичами, потому что паника только тебя убьет. Все зашибись. Теперь мне надо вот эту чувиху сюда. Потому что не представляю. Она же сразу пойдет вот сюда, камни. Да ё-моё, стой! Так, где-то здесь. Здесь, ага. Блин, у меня телефонники издохли. А, беда. Беда! О боже, я сейчас обделаюсь. Мне очень страшно. Я очень в напряжении в том, что ты не контролируешь их всех на месте. Так, где-то здесь. Хорошо. Ай, фу, блин, я запутался. Там уже стоит Кенди. Так, а теперь здесь никто не стоит. Давай сюда. Давай, да. Нет. Блин, муха. Блин, ребят, мне реально страшно. Вау, приветик. Так, я тебе сюда. А, все, уже сюда здесь есть. Нет, сюда. Блин, запутался, ребят, реально. Ой, боже, я в панике, ребят. Меня реально держат за нервы. Как в такой ситуации не паниковать, скажи ко мне. Ой, привет. О, нет. Где-то здесь. Ой, запутал, не туда нажал. Я понял, почему теперь меня это отпугивает. Так, все хорошо, зашибись. Давай, кто-нибудь сюда идите быстрей. Ай, зашибись. Третья ночь выжил, а я даже не следил за временем. Я там держался за паник, сейчас представляю, что будет в четвертой ночи. Я не знаю, кто будет в четвертой ночи, надо нападать. Коннект. А, теперь мы за этого чувака играем. А, Неф, Кенди и Кинди. Кинди. Понятно, Кинди ее зовут. Теперь я понял, как ее зовут. Кенди и Кинди. Все понял. Так легко, я бы даже не догадался. Сейчас мы типа наподобие до Слендера мы играем, собираем записочки. Так, Эвери Честер. Где Честер?
так понял, наверное, так первый лес. Окей. Пошли дальше. Опять какая-то зазывающая музыка заиграла. Мне эта зазывающая музыка сводит с ума. Так, 3 из 4, последняя осталась. Я, кажется, знаю, где она лежит. Если я не угадал, я ударю себя. Я идиот. Я же говорю, что я. Если не угадаю, я ударю себя. Я сдержал слово. Мужик сказал, мужик сделал. Чё, всё. Где тогда эта записочка лежит? Давай. Может, там внизу? Нет, не здесь. Ну-ка здесь. Сюда вы попасть не можем? Нет. Тогда не в доумении я. Я вернулся. О, эта музыка сводит меня с ума. Так, куда я еще, возможно, не сходил? Я сделал круг. Может, вниз идти надо? Может, внизу там записочка лежит? Да. Так, for blank. Все. Ребят, 4-я ночь. Это полный караш. Продолжаем. Хочу получить удовольствие. И хочу погибнуть смело. Давай, запускайся. Сейчас мы испытаем настоящий хардкор. Блин, надо наушники погромче сделать. Капец, сейчас будет. Ага, они уже стартовали, привет. Тик. Я-я-я. Паника, я не знаю. А, Кинди все здесь. Давай, кто первый, Кинди или Кинди? Давай, кто посмотрим, кто из вас очень быстрый. Ой, привет. А, Бланк играет вроде... Блин, я запутался. Бланк играет... Ой, блин, стой. Я запутался. Вау. Нет. Не пущу. Иди. Бланк... Блин, я опять не успел. Бланк играет вроде Балумбоя из третьей части. О, нет! Все, беда. Беда! Очень большая беда! Не где-то здесь! Нет! 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 Стой! Стой! Я запутался! Стой! Все, мне хана, да? Давай, давай! Я уж подумал, что сейчас одену, а сейчас все. Капец, я сейчас реально в панике был. Я сейчас реально был в панике. Блин. Ну, сюда. Молодцы. Ага, стой, с той стороны. Нет, быстро сюда. Где стоять это? Иди отсюда. Ой, а, все, привет. Да. Стой! Все. Вот бы они стояли здесь вечно. Не ходили никуда. А, привет, Бланк. Оу. Ой-ой-ой, я запутался. Где-то здесь, а где-то... Иха, ага. Блин, я сейчас реальная паника у меня, ребят. Где Кэнди? Где Кэнди? Я сейчас... Да ё-моё! Ай, блин, не успел. Ну ладно, бывает чё. И Кэнди без одного глаза. Кэнди! Слышь, Кэнди! Уйди отсюда, стой! У меня телефонники сдохли.
все, зашибись. А, нет, все нормально, все нормально. Вот теперь сегодня все нормально, вот теперь мне тоже жить все нормально, ребят. Где стучиться? Где-то. Нет! Сюда! Да, все нормально, все нормально, просто зашибись. Я выжил 3 ночи первый раз в какой-то либо FNAF пародии, я выжил до такой ночи, при этом не погибнув. Ни разу. Это реально вообще круто. Вообще никогда такого не было. Ни в одной FNAF пародии, даже Five Nights at Freddy's, я только на первой ночи и погибал. Быстрей. О, нет, стой, я запутался. Быстрей, сюда. Так, а тебе сюда, ага. Тебе сюда давай, блин, она в панике вообще, паника реальная, блин. Но! Идет кто-нибудь сюда, а? Молодец. Блин. Так, где-то здесь стучится, вот он. Ну, иди, убегай отсюда. О, привет. Кэнди, ты куда пропал? Где Кэнди? А, ну, он здесь, я понял. Не тот аниматроник, не Кэнди без одного глаза. Ой, ну привет. Ага, я прям только выключил телефон, кто-то там же появился. Стой. Но я часто наблюдаю за фронтом. Хопа. Надо вот где-то на камере 13, на камере 14 и больше держать. Так, Кэнди здесь, надо сюда Кэнди приманить. Привет, Блонк. Да, блин, где Кэнди-то? Все норм. Она здесь. Ой, я опять не успел. Вот тормоз я, не успеваю, все. О, нет, беда. Все, беда полная, надо их по камерам. О, удачно я переключился. Я прям сразу включил там телефончик. И его как раз оттуда отогнал. О боже, вот это реально мне страхово вообще. Давай, где Кэнди-то, мазафака? Так, где-то с... Ой, здесь, оттуда ушел. Все. Ну не сидится им же на месте, а? Привет, Бланк. Ну, придите сюда кто-нибудь. Да не ты, блин, у меня там это... Кэнди здесь. Так, где-то справа. Так, а теперь быстрее сюда, всех маним. Давай. Так. О, нет, стой! А, фух, я подумал, что мне сейчас опять... Я подумал, что сейчас мне капот. Какой, наверное, на опять, блин, а? Окей, сейчас у нас следующая мини-игра. И мы уже дошли до 5-й ночи! Не погибнув! Это первая FNAF пародия, в котором я... Red Room. Ага, понял. Нам надо что-то сделать, ну-ка... Опять какое-то дыхание. Ой, вот это реально сейчас. Ритрум. Окей, а что надо сделать-то? А, галстук. Ну, понесли галстук, что ли? Ой, боже, ребят, у меня сейчас реально руки дрожат от такого, что Red Room.
Окей, сюда что ли, нет? На тебе галстук что ли? Пятая ночь! Пятая мазафака ночь! Поехали! Пятая ночь. Вот здесь, наверное, полный кошмар будет. Вот здесь я и не факт, что на меня сейчас будут. Оу. Бланк. Бланк на подачу сейчас будет. О, нет, не сюда, не сюда, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да вы так не договаривались. Бланк. О, нет, он сюда идет. Беда. Он слишком близко был. Я сейчас... Два бланка, что ли? А может, а может, это призрачный бланк такой там. Представьте, тот же самый Golden Freddy там. О, беда, ребят, у меня беда. Я сейчас погибну, блядь. Я по-любому сейчас погибну. Где-то здесь. Нет, зашибись. Нет, 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 нет. Не-н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 е
на тебе идут три аниматроника, и еще там какой-то не это, я не успел того обезьянка поймать. Что на место обезьянки была Кинди, это означает, что мне была хана, все, капец, вообще капут. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Если вы здесь впервые, подписываемся на канал, а также ставим лайки. Ну что ж, а давайте на этом сегодня закончим. Что ж, всем удачи, всем пока!